В КБСП за вчерашний день госпитализировали 80 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гагичаев. За последние две недели, по словам министра, в республике большой прирост заболевших. Связано это прежде всего с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В общественных местах обязательно нужно носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Ношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, во всех торговых учреждениях, при посещении предприятий обязательно ношение масок. Если у кого-то есть опять сомнения, то я должен сказать, что это, наверное, пусть не самое идеальное, но все же определенная защита и предохранение и себя, и окружающих, потому что мы не знаем на тот момент, когда мы общаемся со своим коллегой или с каким-то своим знакомым, является ли он предметом или источником инфицирования. На сегодняшний день в КБСП 493 пациента, в республике развернутые резервные койки. Пациентов, которые миновали кризис, уже принимают в пригородной ЦРБ. Сейчас туда переведены 20 пациентов на долечивание. Всего в медучреждении предусмотрено 70 коек, каждая обеспечена кислородной подводкой. В качестве резервной готова и Ордонская больница. Она в весенний период уже принимала пациентов. Больница также оборудована кислородными точками и КТ-аппаратами. 200 коек в клинике СОГ среди резервных медучреждений и Ордонская больница. Ордонская больница будет задействована в том случае, если уже терапевтическое отделение в селении Октябрьском будет заполнено и не возникнет необходимости в развертывании дополнительного коечного фонда. Больница полностью готова к приему пациентов с COVID-19 инфекцией. После проведенного ремонта и строительства, значит, было установлено дорогостоящее оборудование, да, кислородная станция, которая позволяет обеспечивать все 112 точек кислородом.